видео предостережение. Никогда не ешьте за рулем Марс, Сникерс. Они имеют достаточно толстый слой шоколада, который бывает, кусочки отваливаются и падают вам на сиденье. И потом тают, и вы садитесь на них. Однажды у меня такой кусочек попал. Я целый день ходил такой красивый, но когда домой пришел и снял джинсы и увидел, боже мой, смотрелось, как будто я обосрался. Будьте аккуратны.